просто надо забыть об этом, прям. Это даже... Привет всем, ребят. Сегодня понедельник, 2 сентября. Быстрый апдейт. Ну, подходит потихонечку ураган. Сегодня будет мое приготовление к урагану. Я сегодня буду убирать эту палатку, как я говорил, чистить свой бэк-ярд. По урагану. Пятая категория. Чуть-чуть стухает силы. На Багамах сейчас 110 миль от West Palm Beach, от флоридского побережья. Также продолжает двигаться северо-запад и планируют, что к вечеру сегодня будут начинаться ветра, будет подходить ветер, и вот эти вот сосны будут качаться как сумасшедшие. Пока все тихо, я оставил, мой сосед посоветовал слить немного воды из бассейна, чтобы немного воды из дождя собралось сюда. И постригем сегодня траву, а сейчас еще поедем на океан и посмотрим, какая там ситуация. Оставайтесь на связи, будем смотреть. Вот так мои соседи заколотили окна, точнее двери. У них двери стеклянные. Как-то так. Ситуация на заправках обычная. Все спокойно. Сейчас будем заправляться. Заправляемся. Интересно знать, что когда в штате объявляется State of Emergency, чрезвычайная ситуация, то все заправки ни в коем случае не могут поднимать цены на бензин. Вот как были бензины, да, цены на бензин до урагана, такие и останутся. Тот же город Флаглер Бич, только 2 дня спустя, вы посмотрите. Каждый дом, каждый бизнес просто заколочен. Вот это ребята подготавливаются, конечно. Просто как, я не знаю, готовятся. Молодцы. Находимся на океане. До урагана Дориан еще 10-12 часов, но уже видно, как он подходит. Волны просто нереально большие. Вода подходит. В округе все заколочено. Просто бизнеса готовятся. Да, будет похоже. Ситуация просто. Просто надо забыть о том, что это даже ураган еще не близко. Они просто уничтожат этот пляж. Типа уничтожат. Настроения такие в обществе. Приезжают на пляж с кофе, пофотографироваться, поснимать видео, посмотреть, как в кинотеатр, короче. Ну, я думаю, что это только начало, будет еще веселее. Вечером еще приедем. Сейчас поедем домой, приберемся немного, подготовимся, и потом приедем сюда еще раз. А вот первая линия, пожалуйста. Уезжать.
нужно готовиться к урагану. На пляже уже все подготовились. Вот смотрите, вот эти вот бизнеса полностью забаррикадировались. И они еще открыты некоторые, но некоторые уже просто унесли пятки свои. Вот пиццерия написано, что работает. Да, scary, очень страшно, что будет. А вот этот мост на флагере, он, скорее всего, закроет. Все, поехали. Подготовка проходит полным ходом. Сейчас пострижем немного траву, чтобы вода уходила быстренько. И будем ожидать ураган. Вот я уже мешки с песком положил немного. Надо будет их поправить попозже. Пока нормально. Время 3 часа. Солнце, дождя нет, ветра нет. Так, быстрый апдейт. Время 4 часа. Вот, до урагана осталось часов, может, 5-6. Я убрал все с бэк-ярда, сюда ближе к дому. Кашу траву, там прибрал немного свою палатку. Все приправил, заложил. Вот, погода ясная, ветра нет, дождя нет, жарко. Кайфуем. Продолжим косить траву. Дома подготовка более-менее закончена. Я решил те мешки с песком положить сюда. На бэк-ярд, ланаи так называемые. Вот. Ну, посмотрим. Сейчас поедем на пляж, посмотрим, как там. Я думаю, что... Я предполагаю, что сильно ситуация с утра не изменилась. Будут такие же волны, может, больше ветер. У нас пока тихо. Это почему тихо? Потому что, как оказывается, по последним новостям, ураган просто остановился на месте и крутит это, я не знаю, что делает. Также четвертая категория. Теперь ожидается, что... Во вторник в середине дня, наверное, будет. Кстати, палатку я разобрал, мне сосед помог. А вон соседи поливают еще траву. Изменения с самого утра. Вода немножко отошла, волны даже поменьше стали. Но самое интересное, что народ вон купается. Сейчас подойдем по мне. В больших волнах пересиливают, поэтому вот ребята наслаждаются. Когда еще покупаешься в ураганах? Все, на сегодня походу все, репортаж заканчиваем.